Минприроды согласовало создание заказника в Одинцовском городском округе. Он будет образован путем реорганизации и укрупнения особо охраняемых природных территорий местного значения, созданных для охраны уникальных экосистем. В него войдут реки Разворня, Дубешня и Верхнее болото Воронина. Министр экологии Московской области Андрей Разин подчеркнул, новый статус необходим этой территории для сбережения ценных природных объектов и видов.